Знали ли вы, почему боец Москва метро Люблина больше не работает? Саймумина Мадеева депортировали из России в Таджикистан. Причиной стали проблемы с документами. Менеджер бойца Ризван Ашур Мамедов сообщил, его депортировали, потому что у него не было регистрации, поэтому его отправили домой, оштрафовав на 5000 рублей. Интересный факт. Саймумин сам не знал, что у него фальшивая регистрация. Тайна ММА. Подпишись.